Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Мы вместе с вами продолжаем играть в занимательную и очень интересную Android игру, которая называется Армия Клонов. Мы сегодня вместе с вами продолжим прохождение миссий в этой непростой и нелегкой игре. Как вы помните, в прошлом ролике мы вместе с вами прошли 3 миссии, 2 на замечательно, а третью еле-еле дошли на одну звездочку. Я надеюсь, что у нас все получится сегодня. И я, ребятки, надеюсь, что вы тоже поддержите ролик лайком, 1100 лайков, как всегда. И все будет круто и замечательно. А сейчас мы посмотрим, что же за уровень нас ожидает. Кстати, как я не пробовал, но у меня не получилось никак повлиять на то, чтобы появились лица у этих персонажей. Возможно, игра конфликтует с эмулятором, на котором я играю, но... Да и черт с ним, главное, наша задача пройти. Так, мы должны взять. Давайте, возможно... А, у нас даже сейчас и денег нету. То есть изначально мы берем чисто клона. Вот такого вот. Хорошо. Давай мы. Давай, давай. Подходи поближе, подходи. Оп. И что ты стоишь? Поехали. Поехали, сейчас мы будем стрелять. Он как раз в нашу сторону, блин, будет смотреть. Блин, ну как же так? Ой, сейчас будет еще один клон. Там 7 клонов только дается нам тут, чтобы на 3 звездочки пройти. Я даже денег не заработал, потому что я даже не смог пройти. Ладно, наш клон сейчас пойдет умрет. Пусть он идет, умирает, как бы первый. А я потом уже задамажу, да? Ну тоже хитро. Получается, что я подымаюсь. А может, надо было прыгать изначально? Ну уже не узнаю, то есть надо будет... Надо было изначально прыгать. Как я здесь еще стоял, надо было прыгать. Вот смотри, вот так вот надо было делать. Вот так. Ага. Вот так надо. Я понял суть этой игры. Нельзя идти раньше, чем свои клоны. То есть мои клоны чуть-чуть убивают. Надо, чтобы они справлялись. То есть я же все-таки дохожу до какого-то места, да? Мне нельзя пока что подниматься. Мои клоны должны сами их завалить. Вот видите? То есть мне надо ждать, пока второй мой клон умрет, только тогда атаковать. Пока что бессмысленно, мне кажется. Смотрите, он сейчас этого уберет. А потом, когда тот уже с пистолетом появится... Значит, мне нужно будет атаковать. Тут, смотрите. Давай, 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 давай. Давай, давай, вырубили. Все. То есть мы пока что 3 клона потратили. Ниндзя мой еще жив. Давай, давай, блин, немножко стремаюсь идти вперед. Что там нас ждет? Вроде бы я и смотрел. А, ниндзя, тоже ниндзя. Ниндзя тоже. Ладно, давай мы ниндзю сюда как-то заманим. Может, он упадет? Он упал! А, все, он упал! Я его победил. Видели? Четенько, четенько. Ах ты! Давай, давай! На-на-на-на-на! Руби, руби, руби его! Завалил. Так это наш только третий клон. Чувак с дробовиком. Но он сильно дамажит. Там еще кто-то есть. Угу. А как мне лучше всего... Ого! Чем это он таким стреляет? Давай, давай, бей, 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 бей! Не смог его завалить. Ага, этот начал стрелять. Возможно, мне сейчас стоит взять клона, который стреляет с пистолета. Давайте попробуем взять клона с пистолетом. Хотя и ниндзя крутой. Ну, ниндзю сильно уработали. Ладно, берем пистолет, посмотрим, как у нас все получится. Теперь мне надо подождать, пока мои все клоны умрут. Пока они там, получается, расчистят мне территорию, чтобы я не тратил своего клона на... первого персонажа, ну на первого, на второго, да? То есть мы ждем, мы идем вместе с ниндзей, смотрите. Реально, игра чумовая. Это же надо было так придумать, да? То есть игра как бы запоминает все, что ты делал, а потом как бы за тобой это делает. То есть любую ошибку, любое правильное движение, игра все помнит, и клоны как бы уже реагируют. То есть они действуют так, как ты действовал. Так, ну смотри. Пошли. Так, мне пока что нет смысла спешить. Так, этот клон умер. Так,
Это ниндзя. Он сейчас убивает второго ниндзю, который вниз упал. Так, теперь он сейчас пойдет сольется. А мне можно, в принципе, мне кажется, чувака с дробовиком постараться вырубить. А, тут ниндзя. А, вот ниндзя. Подожди. Вот еще ниндзя. Я думал, он уже упал. Нет, он еще не упал. А я уже пострадал, смотрите. Это плохо, если честно. Упадет хитрый жук. А как с ним справиться? Он сейчас, наверное, запрыгнет или что он сделает? Он ничего не делает. Если его как-то перепрыгнуть, побежать вперед. А ну смотрите, сейчас мы. Оп. Ага. Так, дробь не достает. Уходим, дробь не достает. Черт! Не, я его все-таки завалил. Я его завалил. Блин, у меня еще клоны есть как бы на 3 звезды. Фух, ребята, непростой уровень. А что сейчас использовать? Ниндзю? Ну давай, может, ниндзю попробуем? Надо дождаться, чтобы ниндзя именно дошел. То есть, мне надо даже... Мне не надо вперед бежать. Мне надо залезть наверх и подождать, пока мой персонаж, которого только что я слил с пистолетом, он же туда побежит, потом будет возвращаться как бы, да? Пока он завалит чувака с дробовиком. Как только он завалит парнишку с дробовиком, тогда уже я могу идти. Мне надо просто сейчас залезть наверх и просто ожидать. Ниндзя. Ниндзя безликий, видите? То есть нет лица у меня. А я могу своего завалить? Не, не могу. Давай, прыжок. Прыжок, прыжок. Бежим. Пока что не стоит мне бежать вперед. Надо здесь подождать. Может, мой клон сейчас побежит вот этот, потом вернется, потом пока завалит, вы поняли? То есть мне нет смысла идти вперед пока что. Можно пока здесь попрыгать что-то. Что-то помахать руками, ногами тут. Пим-пим-пим-пим. Смотрите, как бы смешно передвигается. Пим-пим-пим. Не, конечно, анимация прикольная. Сейчас ждем, ждем, пока он побежит. Вернется сюда, завалит чувака с дробовиком. Потом я уже... смогу как-то подбежать. И я не знаю, чем это он таким стреляет, но он 3 пульки выпускает. 3 выстрела. Видите, то есть клон, получается, сюда добегает. В принципе, я понял, как проходить игру. Я не скажу, что она сложная, но можно пройти. Кто-то писал в комментариях, дорогие друзья, кто-то из вас, моих подписчиков, говорит, я дошел тоже до 3-й миссии, не смог пройти и удалил игру. Зря, ребята, зря. Игра очень зачетная. Вроде бы просто, но она крутая. Так, сейчас сюда только шапка добавится, значит, будем знать, что все, чувака с дробовиком нету. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Как нам наверх залезть-то? Оп, оп. Бьем, 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 бьем. Давай, 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 давай. Завалили. Хорошо, а что спереди? Все, мы прошли уровень на 3 звезды. У-ху! Круто. Так, идем дальше. Мы даже можем сейчас прикупить какого-то персонажа, смотрите. В магазине. У нас есть ниндзя, у нас есть чувак с дробовиком. Ух ты, со щитом. Смотрите, у нас 340 монет. Что это, с гранатометом за 350? А, это еще не открыто. А, я могу, могу взять с гранатометом. Но я бы взял реально с гранатометом, ребята. Он бы как дал, сдал. Либо снайпера даже, смотрите. Снайпер 500. Медик есть. Как медик? Что он делает? Смотрите, какой гигант. 1000 на вертушке. Вертушка. Какая? Это вообще какой-то киборг. Смотрите, в глазу у него. На танке. Круто, круто. Мне кажется, не стоит пока что тратить деньги. Мы уже что-то купим в следующей серии. А сейчас наша задача здесь просто пройти вперед. Так, 5-я миссия. Ух ты, что здесь нас будет ожидать? Давайте я посмотрю. Ой, с дробовиком, с пистолетом. Ого, вчетвером они здесь. Я не знаю, как их вчетверых завалить. Как, они толпой все ходят. Ниндзя не вариант, потому что ниндзю сразу завалят-то. И получается, что я прыгаю и сразу я... Ай, как только я прыгаю, я оказываюсь внизу, вы поняли?
Все, я внизу. Я уже не смогу обратно сюда забраться. То есть мой... Бьем, стреляем с дробовиком, с дробовиком. Ай, пошел. Ладно. А как поту... Как мы, если мы первого клона уже слили и даже не убили ни одного врага? И даже ничего не получили. Ого, как же ж так-то? Давайте мы, наверное, вдвоем сейчас прыгнем сюда вместе с клоном. Как только клон прыгнет, и... Блин, два клона слил! Как здесь пройти? Я не представляю, что мне делать. Как мы не можем вообще убить никого? Я не представляю, почему? Почему мы не можем убить чувака? Ну ладно, три звезды тут нам уже не светит. Уже в самом начале слились. Ладно, тут ясен пень. Просто не могу понять, почему это такой жесткий чувак с дробовиком. Как он так жестко дамажит? Ну, завалили его. Пули не долетают. К нему пули не долетали. А, все, есть монеты. Все, вам всем капец. Сейчас я беру ниндзю. Получается, на 3 звезды нам дается 9 клонов. Хорошо, нет. Посмотрим. Я даже не знаю, получится ли у нас. Но сейчас подождем, пока этого завалят. Чувака с дробовиком. Потом я пойду завалю с пистолетом. Потом прыгну наверх, завалю, которые сверху там стрелят. Видите, мой клон побежал, побежал, а вот его сзади уработали. Может, даже хорошо, что я этого клона слил, я как раз пошел, этого отвлек, получается, да? Ого! Давай! Почти его завалил. А, можно взять с пистолетом, в принципе, смотрите. Взять с пистолетом, один раз выстрелить. Ну а как я потом разберусь с этим? Они даже ниндзя урабатывают на изи, понимаете? Чё, весь прикол. Даже ниндзя не может выстоять. Угу. Как поступить правильно? Ниндзю, а потом... Ладно, берем еще раз ниндзю. Сейчас ждем, пока он этого завалит, пока второго завалит. А можно, смотрите, пока верхнего бьют... А, ну он же все равно, клон уже ж умрет, он же ж не выстоит, правильно? Смотрите, ладно. Я думал, пока что верхнего клона били, мы бы снизу подкрались бы и завали... Как я уже получаю? Уже по мне два раза выстрелил, ты посмотри. То есть у него как бы в приоритете стоит мой персонаж, а потом уже клоны. Так, пошел. Опа! Ай, как? Вообще вырубили? Блин, сюда гранатометчик нужен. Я не знаю, что сюда даже нужно. Как победить? Ладно, берем пистолет. Надо реально что-то такое снайпер, что-то дальнее, чтобы сдалека можно было уработать. Ну я же собираю. Реально снайпера надо 3500. Может даже этот уровень пройдем, возьмем снайпера, можно потом вернуться и пройти как-то по-другому, да? Так, я с пистолетом. Ждем, пока сейчас наши тут. Они вообще на изи вырубили этого нашего ниндзю, то есть туда надо гранаты. Получается, у них пули... Ого, как они летят! У них пули летят быстрее, чем мои пули. Вы поняли? Дальше, точнее, чем мои пули. Да дайте хоть я и верхнего уработаю-то, а? Надеюсь, ты хоть умрешь-то. Так, убегаем. Навряд ли одним клоном завалю эту армию.
Так, не дострелил. Может, мы даже сейчас завалим. Слушайте, надо понять стратегию, как они... Ой-ой-ой-ой, как они вообще действуют. Как они стреляют. Взять ниндзю, подождать, пока он перебьет всех. Давай берем ниндзю. Посмотрим, как ниндзя выстоит. Сколько их там еще останется. Просто здесь по времени долго, потому что нам надо ждать, пока все клоны выполнят свои функции. Поняли? То есть нет смысла бежать первее своих клонов. Вот самая простая, скажем, тактика в этой игре. Надо подождать. Можно наверх запрыгнуть где-то, побегать там. Если я пройду сейчас этим клоном, то получу 3 звезды. Тогда же, я думаю, что я даже на 2 пройду. То есть не проблема на 2 звезды пройти. Надо просто ждать. Ждать, ждать, ждать. Тут наши пошли. Вот сюда надо. Главное, чтобы меня пулями не ранили. Надо ждать, пока этот клон сольется. Видите, он долго будет прыгать. Где-то минутки 2-3. Еще. А нельзя как-то посмотреть, что там происходит? Мне так интересно, как они там дерутся. Что они делают? Ну, пули вроде бы только до этого чувака долетают, да? Убегают, убегают, видите? Ой-ой-ой-ой. Вот сюда, до заклепок, до этих. Ну как, здесь-то до заклепок, когда здесь стою. Когда ближе, значит, тут заклепки у нас. Короче, до этого края. Ой-ой. Ой-ой-ой, видите, одного вырубил, только что полетело. Это ж только один, они там вчетвером ходили. Так, давай, клон. Ого. Ой-ой-ой, я уже все словил. Сколько пуль я словил-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас тут много. Блин, ну это реально жестко. Надо только с пистолетом. Надо либо с пистолетом, либо что-то мощное брать. Ну, тут надо уже пистолет, понятно. Уже 3 звезды не светит. Нам еще дается 3 клона для 2 звездочек. Блин, все равно долго как-то, да? Капец, сколько. Конечно, надо подождать, пока все 10 клонов откинутся. Давай, ждем. Надо к краю не подходить, чтобы пулю лишнюю не словить. В принципе, можно потихоньку их уработать. Я понял, можно. А подождите, пока этот ниндзя. Может, даже ниндзя пойдет вперед, а я тихонечко буду. Ой-ой-ой-ой. Давай. Я и мой клон остались. Смотрите, сколько пуль летит. Конечно, любого ниндзю вырубят так вот. Ого! Вот это попали! Вот это за...
Да как тебя завалить-то, а? Вообще непобедимый какой-то. Блин. По три штучки, по три пульки-то летит. Ого, а ты как... А, наверное, второй еще сзади подошел. Ох. Еле-еле, слушайте, еле-еле я тут... А как они так далеко стреляют даже? Ой. Ну тут, поняли, я запрыгнул наверх и уже... Ладно. А если чисто вниз спуститься, этот уже добитый, взять сейчас ниндзю, да? И подождать, пока он там будет драться, и вниз спуститься, вы поняли? И завалить его чисто ниндзей. Ну, он три пули пускает, вообще жесткий парень. Но там вроде бы у него чуть-чуть вообще осталось. Если на него сверху спрыгнуть, может получится. Правда, там еще чувак с пистолетом должен как бы остаться, вы поняли? Долго-долго, конечно, уровни проходятся. Получается, два уровня где-то полчаса. Ну а как, быстрее не получится. Либо надо персонажей покупать. Ну, я хочу снайпера, чтобы в следующей серии мы могли уже с вами поснайперить, дорогие друзья. Давай. Ждемся. Давай. Долго-долго, конечно, будет все вырабатывать. Главное, не спешить. Давай хоть одним глазком взглянем, что там происходит. Там вообще жестяк полнейший. Там пули долетают. Можно здесь просто... А, можно, в принципе, на паузу поставить. Я понял. Сейчас ставим на паузу, и когда они разберутся, уже включаем. Ну что же, ребята, подождал, пока всех наших положили, ребят. Сейчас идем вперед на ниндзя. Ого, их здесь втроем они остались. Втроем, что ли? Руби. Ох, и этого положили. Как так? Ладно, ну вообще лёг очень быстро. А как нам поступить? Ну еще одного нового ниндзю будем брать. Я буду уже, наверное, ребята, включаться, когда наши всех перебили. Поняли? Чтобы как бы продолжать с того момента, где я умер. Так, наш последний клон ниндзя пошел в бой. Сейчас он там наводит шороху, пока он там сражается, пока он пытается там что-то запрыгнуть. Сейчас мы пойдем, давай. Давай чуть-чуть еще. Да, прошли, ребята, на две звездочки. Фух, ну в принципе суть я понял. Я думаю, что в следующем ролике мы уже вместе с вами продолжим проходить уровни. Во-первых, мы сейчас вместе с вами сможем что-то купить. Что купить именно, вы обязательно пишите в комментариях. Кто играл, обязательно пишите, какого персонажа лучше всего приобрести. Сейчас у меня 410 золотых монет. Смотрите, то есть они как бы есть. И что у нас светит? А, снайпер 500 надо, блин. Но есть у нас базука. Да? Это кто такой вообще? Гранадер, что ли? Гранаты кидает? Со щитом? Прикольно, как он со щитом вообще? Это что, дробовик? Так, пулемет. А, вот дробовик у нас. Короче, напишите, что можно приобрести за эти монеты. А мы с вами уже продолжим в следующей серии. Я даже придумал, как будут ролики, чтобы вы не смотрели... Как я вот это заново прохожу, жду ботов. То есть мы будем ставить на паузу и уже после того, как наши боты умерли, будем продолжать играть. Короче, тема интересная. На следующем ролике это все попробуем. А вы оставайтесь на канале Воблер. Не забывайте жать на колокольчик. То есть его нужно нажать один раз, согласиться. И тогда вы не будете пропускать ролики с канала Воблер. Удачи и пока.